mi corazón y que fluya mi mente a mi por así si estamos a sola ella y yo. Привет, меня зовут Аня. Мы с вами выучим связочку по бачате. Итак, приступим. Делаем базовый шаг влево с левой ноги. Раз, два, три, тэп. Дальше у нас идут шаги вперед. С правой ноги шагаем вперед. Правая, приставили левую, правая, тэп. Еще раз. Добавляем руки. Раз, два, три, четыре. И выводим правую вверх. Пять, шесть, семь, восемь. После этого мы делаем левый поворот. Раз, два, три, четыре. И рок-степ. При этом левую руку выводим вперед. Пять, шесть, семь, восемь. Итак, еще раз. Повторим все с самого начала. Базовый шаг. Руки на косточках. Левую руку выводим в сторону. И раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Поворот. Раз, два, три, четыре. Рок-степ. Пять, шесть, семь, восемь. Дальше. Делаем с левой ноги зигзаг. В диагональ вперед. Подставляем правую ногу к левой. Назад в диагональ. И тэп. Правой ножкой. Еще раз. Дальше зигзаг. И с левой ноги делаем шаг в диагональ. Подставили правую. Левая в диагональ. И тэп. Еще раз добавляем руку. Левая рука делает движение в сторону и выводится на правое плечо. Соединяем. Раз, два, три, четыре. Дальше мы делаем половинку с правой ноги. Делаем шаг вперед, довернулись, назад и тэп. Еще раз. При этом рука скользит от плеча, опускается на косточку. Раз, два, три, четыре. Соединяем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше мы делаем рок-степ с доворота. С левой ноги вперед, довернулись, приставили тэп. Еще раз. Вперед, довернулись, приставили тэп. И добавляем руку. Правая рука делает у нас взмах назад, опускается за голову и выводится через центр вперед. Итак, соединяем. Раз, два, три, четыре. Есть? Дальше мы делаем шаги. Правая нога выводится вперед, в сторону и change step. Еще раз. Вперед, в сторону, change step. Руки мы выводим в левую сторону. Соединяем с руками. 5, 6, change step. И соединяем с рок-степом. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Соединяем нашу связку с самого начала. Руки на косточках и базовый шаг. Соединяем нашу связочку с самого начала. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. А теперь попробуем соединить это все под музыку. Спасибо, что смотрели наше видео. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!